политическая борьба, что называется, без выходных. Сегодня, в воскресенье, к противостоянию Евромайдана и антимайдана добавились до выборы в Верховную Раду. В 5 округах в октябре прошлого года результаты голосования не признали из-за нарушений. Теперь города Киевская, Николаевская и Черкасская областей еще раз попытаются определиться со своими представителями в парламенте. Одновременно с работой участков возобновились митинги в Киеве, самые массовые за все время. По разные стороны Крещатика продолжают собираться как оппозиция, так и те, кто выступает за курс президента. Как и заявляли организаторы, из регионов уже приехали десятки тысяч сторонников Виктора Януковича, и сегодня прибывают все новые. Интерес к Майдану не угасает и в западных странах. Так, например, глава Европейского комитета в Сенате США Кристофер Мёрфи в своем микроблоге сообщил, что намерен прийти на митинг украинской оппозиции. Там, к слову, уже побывал известный американский ястреб, сенатор Джон Маккейн, который заявил, что Конгресс, скорее всего, одобрит проект резолюции, осуждающий действия официального Киева, что позволит ввести санкции в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, нарушает права и свободы граждан Украины. Тем временем получило развитие расследование дела о столкновениях 30 ноября и 1 декабря. По подозрению в организации провокации объявлен международный розыск лидера движения «Братство», известного своими крайне радикальными взглядами.